Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Все Карелия, все рыбалки и не только. С вами опять Леонид. Вот выдалось минутка, можно сказать, под вечер выскочить на рыбалку. Тут дела. Хотим съездить на речку, попробовать в одном местечке, попробовать харизон с брата. Вот у нас тут такой карай растет. Вот смотрите, подрос. Тоже рыбак. Поедешь на рыбалку? Поедет и на охоту везде. Шельма растет еще та. Хитрющий, как я не знаю. В общем, попробуем, посмотрим. Денек сегодня, конечно, хороший, но дел. Очень много дел, забот. Поедем попробуем, что получится. Так что смотрите. Все интересно впереди. Приехали. Пока тишина. Пробурились. Вот пытаемся тут ловить. Не знаю, что будет. Вода другая. Морозит сегодня. Может, и рановато. Но будем пробовать, смотреть. Будет, значит, будет. Как она там ляжет. Ну, вот он. Первый в этом сезоне хорюзок. Пусть не крупненький, пусть. Но все-таки это хариус. Вот он, дорогие. Вот так вот начинает потихоньку расшевеливаться рыбалка. Молодец. Отлично все. Ой, вот еще удача. Смотрите, какой хариус. Ай, красавец. Ну, молодец, брат. Плавничок покажи ему. О, какой. Вот такой хорюзок. Ну что, удача. Молодец. Так, ну вот, дорогие друзья, подписчики канала и гости. Вот будем, наверное, заканчивать. Были всего 2 часика, наверное. Под вечер, я вам говорил, выехали. Все-таки мы нашли хорюзка. Немного отличился. Вот брат мой. Вот 2 таких хариуса. Один не очень, один хорошенький. Ну, что я вам скажу. Искать можно уже начинать. То есть, ловить его можно. Время надо. У меня пока времени нет. Но думаю, что сейчас вот буду выкраивать время, ловить его. Ну что, подписывайтесь на мой канал Карелия, все рыбалки и не только. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Леонид. Привет с попов порога.